Здравствуйте, с вами Влад Леджер, и я хочу рассказать про свою проблему. Я смотрю зарубежные сериалы. Не то чтобы я их постоянно смотрю, но скажу, у меня нет девушки, и поэтому у меня уйму свободного времени. Теперь я вам расскажу про пару сериальчиков, которые бы я вам советовал посмотреть, и они мне очень понравились. Первый сериал, о котором я хочу рассказать, это сериал «Стрела». Сериал рассказывает про миллиардера Оливера Куина, который пропал на целых 5 лет на необитаемом острове и считался погибшим. Но он все-таки вернулся. И теперь он ходит по списку своего покойного отца, чтобы исправить свой город. После просмотра сериала мне очень захотелось научиться стрелять из лука, а потом по ночам также бегать по городу, как стрела Оливер Куин. Да, мне нужна девушка. Зима близко. Следующий сериал, о котором я хочу вам рассказать, это «Игра престолов». Очень офигенный сериал. Если посмотреть первую серию, то ты никогда не остановишься. Я сначала не смог посмотреть этот сериал, только 20 минут выдержал. Больше мне было неинтересно. Но спустя какое-то время я включил еще раз этот сериал, и он мне очень понравился. Не знаю, что можно сказать про «Игру престолов», потому что я как бы немножко недопонимаю сюжет. Я просто знаю, что сериал про войну. То, что этот сериал сделан по книге Джорджа Р.Р. Мартина «Песнь льда и пламени». И никогда не смотрите «Игру престолов», если вы читали книгу. Иначе все закончится вот так. Сериал, о котором я сегодня расскажу, Breaking Bad, или на русский лад «Во все тяжкие». Сериал рассказывает про учителя химии, который заболел раком. И он понимает, что жить ему осталось недолго, денег для семьи нет, и поэтому он пускается во все тяжкие. Главный герой случайно узнает, что его бывший ученик Джесси Пинкман занимается наркобизнесом и вместе с ним варит мед. Да, я вам рассказал про эти 3 сериала, но я вам скажу самую главную проблему сериалов. Первая проблема – это ожидание новых серий. Вторая проблема – это закончившийся сериал. Наконец-то последняя серия, я узнаю, чем все закончилось. Нет, это конец сериала. Что же я теперь буду делать? Ну и, конечно же, самая главная проблема – закрытие сериала. О, новость про сериал «Красная вдова». Как сериал закрыли? Так сезон закончился. Неужели я никогда не узнаю, что будет дальше? Вопрос на сегодня. Какие вам нравятся сериалы и какие вы сериалы ждете? Я, например, жду премьеру «Константин» и «Флэш». Если вам понравилось это видео, то ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал внизу. А с вами был Влад Леджер. Всем пока!